Мама говорит, я вообще какие моменты. Я думаю, вы это в эфирах видите. У Колесникова ничего у него. Не хочет строить отношения, никакую девочку он не ждет. Вот. Не знаю, зачем пришло. Всем привет, 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 привет. Мама говорит, я псих. Мама говорит, я псих. Краской буду красить. Эстель. Не, сами красим краской. Эстель. Привет, привет. Антон Ванна, я поняла, что мне еще долго его ждать, и поэтому я здесь крашу брови. Он что-то развалялся, там валяется. Я никуда не собираюсь. Ну, просто такие дела лучше делать. И желательно в ванной. Но в ванной кто? Антон. Мама говорит, я псих. Какой Даня? А, Данил Сахно? Нет, он уехал. Не знаю, что у них с Алиной, но он уехал. Начинает. Я никуда не собираюсь, просто крашу брови. Сахно, он же это... Сахно, они с Алиной переспали. У Гранта, правда, да, волшебство было с Наташей. Вчера была драка, что-то там, что-то непонятно. Мама говорит, я псих. Драка недолго была, но гости подрались. Вот. У Алины Дани больше, да. То с кем? Там Колесников подрался с новенькими. Ну, не с новенькими, а с гостями. Вот. Вроде как сначала заступали за Алину, потом кто-то послал, и началась драка. Максим говорит, даже нет, ничего не говорит. Сахна не остался, но все, не ехал.
Мама говорит, я псих. Что могу сказать? Лёша ревнует Аню, Аня не хочет быть с Лёшей. Вообще отношения хочет строить и дает всем видам понять это. А Лёша что-то не понимает. Любит, как говорит. Вот, Алёна... Ой. Почему всем нет? Это не макияж, я брови краской крашу. Кому ревнует Аня? Ну вот, которым гостям был Даня как раз таки. Много что она провоцирует. Наташа сказала, что нравится Барзиков и нравится Адеев. Ну и Грант ей нравится. Как дела у Крис и Вани? У них все прекрасно, все хорошо. Ксюш, ты где? Я на дом 2. Дальше. О, что между Аней и Лёшей? У них ничего. Он ревнует, он признался ей в любви, но она готова строить отношения с другими мальчиками. Вот. Гран будет строить отношения с Наташей. Я думаю, что нет, потому что мне кажется, что он вернется к Лаве. Но они что-то обсуждают. Сегодня Гран поехал гулять с Безусом, с Дубровским. Вот, это будешь купаться. Да, я буду, я жду, когда Антон выйдет, и я уже буду брови стирать и пойду купаться. А Крис, знаешь, что... Да, Наташа сама подошла, сказала после тета, потому что она призналась на тете. Она подошла, сказала, что нравится Барзиков, объяснила, почему она не сказала. Ну, она не сказала, что она будет лезть в пару, вот. Дала понять.
Так, всем привет. Клава сказала, что Гранд и Наташа переспали. Угу. Дубровский ни с кем не строит отношения и никак не пытается с кем-то построить их. Почему с Антоном купаешься, не говорит? А я думаю, еще рано. Красиво очень. Спасибо, красотка. Спасибо. Мама говорит, я псих. В общем, это... Да не на что. За ответ. Как сейчас у Кристины? У них все прекрасно. Какие новости на сегодня? Так. И, ну, то, что... Ваня, что... какие новости на сегодня? Никаких новостей сегодня, в принципе, нет. Что драку обсуждали. Насчет Наташи, то, что она переспала с Грантом. Ваня ничего не сказал по поводу Наташи. У него есть Кристина. Сахнов с Алиной вместе. А, я скажу так, Сахнову очень понравилась Алина. Очень понравилась, но они вроде как не вместе. С кем строят отношения Колесников? Ни с кем. Ты веришь в пару Крис и Вани? Да. Да, верю. У нас все прекрасно с Антоном. Вот он купается. Я жду, когда он искупается. Маски девушки? Нет. Только пенку умываюсь. Ничего не делаю. Всех. Барык, все хорошо, что ты их сегодня не видно. Мы с ней играли в волейбол. Не знаю, почему их не видно. Надо просить, чтобы купили мне что-либо. Что у Колесникова с Клавой? Они поцеловались. Но Никита не хочет строить отношения с Клавой, и Клава не воспринимает его как мужчину. Нравится Крис. Ну, мы с ней еще так не общались, а до этого, до проекта он мне нравился. Нет, никак не наказали.
Вадим и Барзиков. Нет, они до сих пор конфликтуют, потому что Барзиков считает, что неправильно бить девушку. Вот. А Адеев считает по-другому, то, что ты его девушка, и он может делать все, что с ней хочет. Да, завтра мой приход. Я прям волнуюсь на это посмотреть, но придется. Потому что я там ужасно тупила, для меня это что-то было новое. Как дела с Антоном? Все у нас прекрасно, притирки некоторые идут. Вот. Все должны понимать друг друга, что и как происходит. Наконец-то. Я в прямом эфире. Ну, порадили. Ну, как бы желательно, да. Кажется. Будешь работать над притирками или все, конец? А, да, мы работаем. Зачем конец? Каждое их отношение будет притирки. А Колесников, он сказал, что можно на один раз. Все. Заметно, что Ромашовы ушли. Я когда пришла, я их увидела только один раз, тогда, когда они уже собирались. Свет? Да, пожалуйста. Домой. Меня испугали. Разговаривали все. Вчерашняя вечеринка дичь какая-то. Не, вечеринка, в принципе, хорошо прошла, да? Только там есть некоторые моменты, которые испортили. Блин, такие неудобные стулья. Да? Такие стулья неудобные. Неудобные? Не нравится? Хочешь заменим? Заменить? Что да? И сразу же их поменяем? Малыш, я решу любой вопрос. Что сказала Крис насчет симпатии Наташи к Ване? Что она сказала? Да ничего она не сказала. Она удивилась, что... Ну, только в прикол, что он, может, кому-то еще нравится. Да? Че? Что сказал Крис насчет симпатии Наташи к Ване? Да ничего, она не восприняла это всерьез. Ну, конечно. Она чувствует, что Ваня к ней серьезно относится, вот и все. Боже, какая филигранная игра на камеру. Почему Гранд и Наташа не вместе, если они уже переспали? Эх, как грустно. Почему Белая не пошла на свадьбу? Она сама не захотела. Вот смотри, а если мне нужно купить новые вещи, вот что, мне посылаешь для кого-то? Mm-hmm. Или на выходной? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Ты тут пасту делала. Где? На подбородке. Mm-hmm. Паста? Это твоя, наверное, паста? Может быть. Не угонить. Мама говорит, я псих. Я уже брови покрасила. Ну, сейчас стирать их уже. Господи, их уже сейчас стирать. Это неестественно. И эта краска сейчас наложена. Ладно. Это как хожу, блин. Тебе когда волосы назад убираешь. Да? Это я тоже накрашу, папа такой, господи, хай, говорит, пришел. Ну-ка, давай назад сделаем. И хули. Где мне идет? У нас вот так похоже, когда я сегодня брови накрасила. Какие вы милые. У тебя и так идет. Да, знаю. И с кепочками нравится.
очень хороший парень. Да. Ну, я бы так не сказала. Да ладно, шучу. Очень хороший. Мне кажется, тебе не надо, просто Антон хороший актер. Кстати, он актер хороший, да. Да. Но я это не применяю. Ладно, потом поговорим. Типа... Мама говорит, я псих. Чего это? Заводи прямой эфир. Давай посидим. Давай. Что ли? Я пойду купаться. Подожди-ка, что там? А что там? Какое дело в отношениях? Антон, прокомментируй, пожалуйста, как у нас дело в отношениях. Слушайте, как у нас дела в отношениях? На самом деле все очень круто идет. Вот, прям как надо, в том плане то, что я чувствую взаимность, вот. Ты начал чувствовать? Но, естественно. Есть некоторые моменты, которые, так скажем, у нас мнения расходятся, но они такие немаловажные, на самом деле. Типа, допустим, когда я хочу, допустим, поддержки в каком-то моменте, она это сама не делает, я как бы ей намекаю. Вот. И она как бы немножко противится, так скажем, этому. Но мы с ней тоже обсудили, и впоследствии, когда я скажу, слушай, малышка, давай, поддержи меня, она будет меня поддерживать. Далее, был момент с ее настроением с утра. Как бы с утра она все время встает, она ненавидит мир просто, целый час, вот. Естественно, как бы, ну, не прикольно, так, знаете, когда просыпаюсь, она такая вся вот эта, как бы, лежит там, что-то ей ничего не нужно, как бы, и тому подобное, просто как будто, знаете, сдохнуть хочет, вот, и я хочу, как бы, естественно, этот момент исправить, вот, мы с ней после определенного разговора приняли решение, то, что мы будем менять вот это состояние, опять же, по ее желанию, да? Вот, по твоему желанию, вот. Антон прикольно был ведущий, было бы ведущим конкурса на доме. Я попробую себя в этом. Какие мнения ребята ваших отношений поддерживают вас? Ну, некоторые поддерживают, сейчас некоторые просто не верят в нашу искренность. Ну, вот. Точнее, в мою искренность. Ну да. Вот. Потому что как бы я как бы человек уже привыкший. Вот. Мне в этом плане проще. Как бы я, если мне девочка прям нравится, то я как бы это проявляю во всех планах. Вот, Ксюшка просто еще немного, видимо, стесняется, по крайней мере, я вот надеюсь. А минусы у тебя какие-нибудь есть вообще? Во мне? Конечно, есть. Вот, иногда я, как сказать, вспыльчив, прям очень, как бы, я начинаю не слушать никого. Агрессировать. Да, я очень быстро воспламеняюсь. Вот, иногда требую от человека то, что, ну, обычно не требует, так скажем, очень требовательно, так скажем. Вот, очень щепетильный такой, знаете, во всех моментах. Иногда даже со своими, короче, тарканами в голове в том плане, то, что я чувствую иногда подвох где-то. Потому что, допустим, вот у меня с этой вот Ксенией, у которой классная жопа, все хорошо, да? Господи. Вот. Она даже гранатом уже разве нет? Не вместе они. Вот. Иногда из-за того, что делается все так хорошо, я чувствую подвох какой-то, как будто есть. Вот. Ну и, по крайней мере, естественно, я верить в это не хочу, но иногда мысли такие закрадываются. Вот мне Миша рассказывал, типа, когда вот у них с Аленой все начиналось, он говорит, типа, блядь, что-то слишком прям все хорошо. Вот, аж что-то не верится, что все будет прям так продолжаться. Вот. Но, как бы, естественно, когда, знаете, отношения строят, не бывает все так идеально. Вот. Тоже камера тебе? Нет. Не отворачивал я. А что, отвернуто? Они даже все прям тянутся? Ну, это туда, да. А это куда смотрит? Туда, на вот. Не, вот этот. На кладовку. Ну, может быть. Mm. Может быть, да. Вот. Короче. Не пишите мне вы, блядь, так что всего хорошего, блядь, пообщались вот. Ну даже с Грантом уже разве как же они просто переспали. Не знаю, что будем будет дальше. С Максимом мутить? Нет, не стоило.
У вас притирки временно. Мы только узнаем друг друга в отношениях, и поэтому притирки, я думаю, еще будут достаточно. Конечно. Хз. У меня камера фронтальная какая-то темненькая из-за этой хуйни. Столько минусов рассказал, что аж в плюс. Плюсы в минус ушли. Ладно, короче. Не понял, что за плюсы и минусы.